Вот сейчас была такая ситуация интересная. На каждой проводке, на крупную рыбку, у меня были удары. Каждая проводка. Одна-две поклевки. И ни одной посадки. Не могу понять, в чем дело. Думаю, может, окунь. Проверяю окуня микроджигом. Тоже ничего. Ну, вот сейчас поменял, поставил свою приманочку любимую. И пошел на заброс микросуда. Где-то здесь сейчас будет довольно-таки странно, но у меня еще здесь есть проблема одна. Лодку мою таскает, течения нет, ветер меняет направление и постоянно меняется глубина. Нет, странные вещи происходят иногда, но что поделать, так случается. Бросим вот так напротив. Под лодкой. Все-таки интересно. Это совсем не интересно. Да, возможно, детский сад и закончится. Вот полюбуйтесь, видите. Может, выйдет и крупная рыба, но сомневаюсь я. Сомневаюсь я. Ну что делаем? Кидаем 5 метров от лодки. Опускаем приманку. Есть! Ух ты, ехай! Это чуть-чуть потяжелее, наверное, тридцаточка. Мягко идет, начинает упираться. Смотрите, как красиво. Сейчас посмотрим, что хоть рыба. Наверное, под 40 будет, блин, упирается. Ну да. Зачет. Нет, не зачет, но красивый сундакян, да? Зажрал приманку. Ну все, успокоился. Ой. Салма Киога творит чудеса. Дай крючок. Ой, да что ж такое, ну. Крюкан застрял. Опа, тихо. Сейчас пойдешь гулять. И убежал. Молодец, ребятки.
Вот обратите внимание, уже такие жирненькие, хорошенькие, блин, отдай крюк. О, настоящий судак. Улетел. Ну что, заменим приманку. Раз пошли ребятки посерьезнее, то и приманку, и палочку надо посерьезнее. Конечно, с этим, как я его называю, миноискатель, он хорошо все делает. Он дает зажрать, он все слышит. Просто бомба. Сейчас посмотрим, как будет работать та приманка, которая работала великолепно. По ней стучали рыбы, но не... На вооружение новую субмарину. Балдырайский флот получил новую субмарину на вооружение. На 20-м моторе. В глубину. Может ходить пока что как инвалид. Давай. Ну красота. Влупил. Игорёша, привет. Такая рыбешка. Да. Вот еще один красавчик. Удивляй. Размерчика пока нету. Один только есть хороший. Остальное все ерундистика. Ну, будем пробовать дальше. Не знаю, что там будет видно. Вряд ли, наверное. Ну вот интересно. Вот еще красавчик. Кто ищет, дядя Игорь, тот всегда найдет. Потем, как все происходит. Игорёша, я нашел рыбку. А вы? У меня уже, по-моему, 12-й здесь идет.
Вот очередной сундукен. Вот пошла пестопляска. Сегодня все чуть пораньше получилось.